Назарли Амин, Центр развития детей и молодежи номер 3, детский театр Чичаин, басня Крылова «Волк и кот». Волк из лесу в деревню забежал, не в гости, а живот спасая. За шкуру он свою дрожал, охотники за ним гнались и гончих стая. Он рад бы первые шмыгнуть ворота, да то лишь горе, что все ворота на запоре. Вот видит волк мой на заборе кота и молит: «Васенька, мой друг, скажи скорее, кто здесь из мужичков добрее, чтобы скрыть меня от злых моих врагов? Ты слышишь, лай собака, страшный звук рогов? Все это ведь за мной. Проси скорее, Степан, мужик придобрый он». Кот Васька говорит: «Да так, да у него я ободрал барана». «Ну, попытайся ж у Демьяна. Боюсь, на меня и он сердит. Я у него козленка». «Ну, бегишь вон, там живет Трофим». «К Трофиму? Боюсь, встретиться я с ним. Он на меня с весны грозится, заикненка». «Ну, плохо ж, что шавось тебя укроет клей». «Ох, Вася, у него зарезал я теленка». «Что ж, вижу, кум, ты всем деревне насолил. Какую ж ты себе защиту здесь сулил? Нет, в наших мужичках не столько мало толку, чтоб на свою беду тебя спасли они. И правы, сам себя вини, что ты посеял, то и жени. Мяу!»